полюс! С ума сойти, дебила, если бы это болото замерзло, я бы разбился бы насмерть здесь. Самолет сбрасывают в воду с 1000 километров без парашюта. Шею себе чуть не вывернул. Всем привет. Я бы нормально бы поздоровался, но тут у меня экстренные дела. Короче, сразу вам всем скажу то, что я решил подзаработать. Бабок нет. Вообще ничего нет, бизнес идет по одному месту в жизни ютубера, я имею в виду. Эдуардо Пересяно грозится на меня напрыгнуть в ближайшее время и отобрать у меня канал и все, что только у меня есть. Я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет, но все же. Я отправился на Северный полюс по объявлению. Я, короче, шастал где-то ВКонтакте, и у меня такое, опа, работа у Деда Мороза на Северном полюсе, нормальная зарплата, просто ходишь, просто разносишь подарки. Я такой, ну, ядрить, колотить как бы можно, можно подработать. Мне ж как бы бабки в жизни ютубера нужны на ресторан, на развитие, джакузи я как-никак хочу себе уже купить. Или дачу там построить. Поэтому я отправился на Северный полюс. Опа, здорово, это же вот этот, который был вчера в серии защиты дома. Этот отравленный Оливье его зовут. Здорово, эльф, здорово. Кто не знает, я по объявлению пришел сюда. Здесь у нас работают 7 эльфов на Северном полюсе. У Деда Мороза. Дед Мороз начальник, 7 эльфов вместо Деда Мороза разносят подарки. Кто не знал, Дед Мороз вообще не работает. Все делают за него эльфы. Здорово! Здорово! Всем привет! Всем привет! Короче, я по объявлению. Мне нужна койка, мне нужен уют, мне нужен чайчик горячий, печенюшечки и вот прочее, вот это все. Туда, да, нужно пройти. Спасибо. Ой, я не знаю, сколько я здесь буду работать, примерно месяц, пока не закончится Новый год, пока не закончится январь, я не знаю, честно. До конца января я тут точно буду работать. Бандит! Здорово! Здорово! Отморозок. Подождите, а где моя койка? Отравленный Оливье, привет шиперам, Леголас, бандит, мажор, баба-мужик, отморозок и новый эльф. Вы что, издеваетесь? Вы не могли меня поселить хотя бы возле бандита или возле мажора? Почему я возле отморозка буду жить? Здорово, отморозок. Ты почему до сих пор зубочистку свою вот эту в руках держишь? Спрячь ножик. На тебя здесь никто не нападет. Северный полюс. Здесь все мирные. Здесь просто все бабки приехали зарабатывать. Так же, как и я на заработки приехал. Кто-то в Испанию, в Португалию на заработки уезжает. Я на Северный полюс. Жопу себе морозить. Я не знаю, сколько я буду здесь на заработках. Неделю, две, три. Возможно, до конца зимы. Честно, все зависит только от тебя. Если понравится тебе эта серия, если понравится тебе эта рубрика, дай мне знать в комментах и влепи лайкусик. А сейчас, ну, подождите. Так, у меня здесь... Ой, извини, нет, морозок, извини. Это твой шкафчик, мой шкафчик вот. Опа, это не подарок, пацаны. А кто здесь есть вообще? Отморозок и бандит. Ага, бандит спит, походу, с открытыми глазами. Ладно, больше здесь никого нет. Ну, наверное, подарки разносят, я не знаю. Опа! Так, это мне записка, я как новый эльф, а можно тебя переименовать? Я не новый эльф. Все, я уже пришел, пора знакомиться, пацаны. Едисончик. Вот так, записка. Давайте прочитаем. Добро пожаловать на Северный полюс. Здорово. Ты будешь 8-м эльфом в моей команде по доставке подарков. Но! Пока тебе еще рано этим заниматься, поэтому пойди накорми оленей, убери снег со двора... Почисти обувь остальным эльфам. А место им случайно одно вылезать там не нужно. Обувь почистить другим эльфам. И никому не надоедай. А то зарежу. А он шутит, этот Дед Мороз, он шутит. Ваш любимый Дед Мороз. Ладно, отложим эту записочку. В смысле? То есть, подождите, я по объявлению устроился... Не моргай мне в ответ. Я по объявлению устроился сюда работать, разносить подарки. В смысле, о чем вы вообще говорите? Алло, подарки мне дали, я пойду разносить. Тебе еще рано разносить подарки, иди накорми оленей и убери снег перед входом. Оленей ему кормить нужно, снег перед входом убирать. Сейчас я вам выключу отопление и будете мерзнуть здесь на своем Северном полюсе в минус 50. Так, где олени? А вот олени. Подождите, накормить олень. То есть вы хотите, а может мне еще какашки за оленями убирать? Почему это не олени, а лошади как... Эту вообще перекосило на 360 градусов. Вы вообще в курсе, у вас здесь между оленями пони гуляет? Мне кажется, это походу олень отморозка. Такой же отмороженный, как отморозок. Ладно, давайте накормим немножечко оленей. Олени, олени!
Держи тебе, или... Не-не-не-не, я тебе в рот кинул, не попал, подожди. Вот куда я вам поскладываю. Накормим оленей, накормим пони отморозка. Вот все люди, как люди, все эльфы, как эльфы, катаются на лошадях и на оленях, отморозок на отмороженной пони. Слышь, Снеговик, выручи, ёпты, а. Ну, мне подарки здесь нужно разносить. А ты видишь, меня присобачили вообще, сделали из меня какого-то раба. Ты опять жрать хочешь? Да держи еще. Хоть на меня пяли. Все, закончились. Смотри, ладно, тебя накормлю. Рот открыла кобыляка, и ты рот открыла. О, какая молодец. Все, это я себе оставлю на всякий случай. Так, короче, слышь ты, да не стой там, помоги. Снега, ты что офигел? Ты что офигел? Ты что стреляешь? Слушай, какие вообще люди, снеговики, эльфы вообще недружелюбные. Подождите. Там работает, как я понимаю, менеджер этого заведения. Кто не знает, Дед Мороз находится вообще в отдельном замке. Деда Мороза вообще никто никогда не видел, потому что Дед Мороз слишком ЧСВшный человек. Старикан. Он вообще не выходит со своего замка, и эльфы делают за него всю работу. На Северном полюсе очень хорошо платят за работу именно доставщика подарков. А за то, что я буду здесь вот этих дебилов на улице кормить пони... Подождите, в склад мне же нужно расчистить еще снег перед входом. Вот, кстати, склад, да, здесь инструменты. Я еще вернусь. Покормить пони нужно, лошадей покормить, оленей покормить. То сюда снег убрать, одно сделать, другое сделать. Да уберу я ваш снег. Но проблема в том, то, что, ну, я пришел сюда подарки доставлять. Ребят, зима не вечная, зима скоро закончится. А мне нужно заработать нормально так бабок, чтобы вернуться потом в жизнь ютубера и купить себе реально дачу какую-то или еще что-то. У меня нет просто очень много времени. Слышь, отморозок, как отравленный оливье. Да убери ты морковку свою с руки. Давай в снежки поиграемся. Помоги мне, короче, оливье. Этот дебил не хочет меня пускать. Да вы с ума сошли, да отстаньте вы от меня, да что вы все такие агрессивные? Отравленное оливье, отстань! Ядрить, колотить! Все, я убрал снег этот ваш! Отстань от меня, отравленное оливье. Надеюсь, он сюда не идет. Ну, где-то там застрял. Все, тихо, тихо, мир! Мир! Нет, не-не-не-не-не-не-не-не. За это мне вообще ничего платить не будут. Короче, я бандит еще тот. Все мы знаем то, что я крышую город ютуберов на 100%. Все мы знаем то, что я всегда нарушаю закон. У меня такой план. Я прям сейчас пойду сюда. Этот чувак заправляет доставками. То есть, этот чувак заправляет письмами, адресами и получателями. Те, кто получит подарок. У него там есть склад с письмами. Просьбами от детей. Улицами, адресами. То есть туда приходит эльф, забирает письмо, и на этом письме написано, куда какой подарок нужно доставить. Вот там я сейчас тараторю первый адрес, куда мне нужно достать подарок. А вот там склад. Нет, здесь склад всяких инструментов. А вот там... Какой хороший день, какой хороший день, не замечаете? Да, я знаю то, что мне подарки нужны. Вот, смотрите. Плохой подарок, хороший подарок, эпический подарок. То есть... Плохой подарок получают те, кто не подписан на мой канал. То есть, допустим, если ты прямо сейчас не подписан на мой канал, а Новый год ты получишь плохой подарок. Ну, все логично. Поэтому тебе еще время подписаться. Хороший подарок получают те, кто подписан на мой канал. Вот. А эпический подарок получают те, кто подписан на мой канал. У него нажат колокольчик, и он еще лайк поставил на эту серию. Поэтому у меня такой вот план. Подожди. Отморозок, друг, ты как мой сокамерник, ну, в смысле, сокамерник, сожитель, убери заточку свою, пожалуйста, помоги мне стараторить подарок, а, помоги мне письмо стараторить, слышь, бандит, помоги ты, этот отморозок реально отмороженный, ничего не понимает, бандит, а бандит спит, слушай, а может я у них что-то стараторю, может у бандита есть что-то? Бандит ничего не увидел, потому что бандит спит, бандит храпит. Так, я у него стараторил вот эту зубочистку железную и стараторил у него дымовую гранату. Я бы у него спросил, зачем ему дымовая граната на Северном полюсе, но это эльф, мне без разницы на самом деле. Слушайте, тогда с дымовой гранатой у меня, в принципе, очень даже хороший план получится. Я быстренько бросаю дымовую гранату этому менеджеру в лицо, забегаю туда... Тараторию письмо, потом иду, забираю подарок, зависимо от того, какой подарок мне нужно будет отдать этому ребенку, и мы сваливаем. Так. Пожар! Пожар!
пожара, отмороженный пукнул, дофудял, менеджер, спасай людей, менеджер! Быстро. Подарок для Настеньки. Адрес улица Ибрагимова, дом 228, тип хороший подарок. Нафуняли! Так хороший подарок. Бежим, сваливаем отсюда! Отправь меня Оливье, там все нормально, это я просто выпендриваюсь. Короче, ты прикинь, зашнырили меня на то, чтобы я подметал улицы и кормил ваших оленей. Сам иди корми своих оленей, я пошел подарки разносить. Я как бы, да, я еще неопытный эльф, но ладно, что мне делать? Подарок номер один. Еще раз, подарок для Настеньки. Есть ли у нас Настенька в комментах? Есть ли у нас Настенька, которая прямо сейчас смотрит этот ролик? Я не знаю, кому нужно... Подожди, адрес улица Ибрагимова, дом 228. Тип хороший подарок. Так, хороший подарок вот у меня. Слушайте, у нее есть баночка для печенья, у нее есть 5 печенья, и у него есть запечатанный подарок. Мне на самом деле интересно, что в этом запечатанном подарке, но да ладно. Свинюха! Ой, на мясо сейчас пущу, на сало! Если не свалишь оттуда ночью, гулять даже на Северном полюсе опасно. Мне кажется, Дед Мороз живет вот в этом дворце или вот в другом дворце. Там есть еще один огромнейший замок. Я уже здесь все изучил, но как бы я по картам смотрел. Вот там есть еще какой-то замок. Подождите, походу... Оу! Эльфийское чутье сработало. Ну я же эльф. Эльфийское чутье сработало. Похоже здесь. Похоже на этот дом. Подождите, дайте еще раз, мне нужно удостовериться. Адрес, улица Ибрагимова, дом 228. Эльфийское чутье сработало, значит, вот... Да, там люди спят. Но эти люди не получат подарки, потому что они не верят в Деда Мороза. А вот на втором этаже у нас живет Настенька. Так, хорошо. Двери закрыты. Окна я, конечно, ломать не буду. Вот камин. Как мне забраться на крышу? Может, через деревья, допустим, я смогу? Если я, допустим, куда-то... Вот сюда. Меч, конечно, лучше убрать на всякий случай. Опа, оп, да. По деревьям, мне кажется, потихонечку все получится. Ядрить, колотить, я смогу туда допрыгнуть 4 блока? Или 3, или сколько? Элифс меня, конечно, как с Катюхи балерина, но ничего страшного. Так, все, допрыгнул. Тихонечко, чтобы никто не спалил, ничего не спалил. А я себе шею не сломаю, если я туда прыг... Об этом меня не предупреждали. Слушайте, может, мне реально нужно было пройти какой-то тренинг, потому что я сейчас начну прыгать и шею себе сверну. Фух, ну с богом! Тихо! Так, лечись ты уже! Я сейчас горю заживо просто в этом доме, потом на утро родители девочки найдут трупак эльфа, и фиг девочке не подарок будет. Так, тихо. Если ты проснешься, я тебе глотку перережу. Ну как бы, извините, но я эльф необычный. Я эльф вообще необычный. Смотрите, мне нужно поставить подарочки под елкой. Почему здесь... Что здесь кость делает? У меня такой вопрос. Люди кость едят или... Не могу понять. Так, тихонечко. Отправляемся на второй этаж. Ага. Родители, вы бы хотя бы следили за своим ребенком, он в минус 50 окно открыл. Так ты же утром сосулькой проснешься, если будешь спать с открытым окном. Так, Настенька, значит, да? Настенька себя... Это псина, это игрушка или псина, это псина ее псина? Псина, тихо. Эта девочка себя хорошо, значит, да, вела? Потому что у нее и печеньки, и подарочек, и... Ой, ладно. Вообще, псина, смотри, ставим подарочек вот сюда. Вот. Ой, собака паршивая, блохастая. Ты с ума сошла? Я из-за тебя в окно сиганул, я себе ухо правое отбил. К этому меня точно не... Меня вообще на самом деле ни к чему не готовили, не то что к этому. Может, реально нужно было пройти какие-то курсы эльфа, а только потом уже идти разносить подарки. Ладно, вторая попытка. Мне кажется, надо было послушаться Деда Мороза! Тихо, не горим. Нужно было послушаться Деда Мороза. Тихонечко. Что мне делать с этой собачурой, а? Слушай, извините, пожалуйста, здесь у нас сейчас сквозняк будет. Ай.
Иди сюда. Я не отступлю, ты же знаешь, я же должен подарки оставить этой девочке. Иди сюда, собачура. Подошла. Я твою косточку стараторю. Ха-ха! Иди сюда, давай, миленькая, давай. Опа! Опа! Обманул! Так, быстро на дерево! Быстро в камин, а пускай эта собака здесь мерзнет. Отстань! Все, блохастая. Замерзнешь ты здесь. Идренька! Тихо. Это значит, что мне нужно валить как можно скорее. А то... Девочка сейчас проснется. Так, кость я стараторю этой собаке. Так, сюда печеньки. Одно печенька себе заберу, я жадный эльф. И сюда поставлю подарочек. А что? Мне интересно, что в этом подарок. Ага. Игрушка. Я просто так игрушку поставлю. Извини, я просто слишком любопытный эльф. Все, сваливаем отсюда как можно скорее. И дай, конечно же, на собаку. Ты ёшкины моталки. Лучше бы я не устраивался на эту работу. Да отстань ты от меня! Отравленный оливье отморозок, помогите, тащите свои зубочистки, бандит! А бандит не поможет, потому что я у него меч стараторил. Ёперасете, отстаньте от меня, блохастая! Где эта собака? А вот она, да? Слушай, отстань, пожалуйста, ради всего хорошего. Я просто выбегу на улицу и здесь закончу эту... Фу, ёханый бабай. Здорово, снеговик. Зря я, наверное, покинул город ютубера. Не, я, конечно, туда еще сегодня вернусь, потому что и там дела нужно делать, и тут дела нужно делать, и экспресс-доставка через самолет без парашюта. Я сюда буду каждую серию попадать. Ребятки, прямо сейчас мы закончим с вами эту серию. Да хватит меня облизывать, кобыляка. Прямо сейчас мы с вами закончим эту серию. Если ты хочешь продолжение, если ты хочешь видеть новую серию Эльфа Эдисона на Северном полюсе... Ребенка эльфа Эдисона, эльф. Я, короче, не знаю на самом деле, кто эльф. Это дети или не дети. Неважно, короче. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Я обещаю то, что оно выйдет как можно скорее. Да хоть завтра, если поставишь лайкусик. Мне будет очень приятно, если мы с вами добьем эту рубрику до конца. Мне нужно заработать деньги. Мне нужно вернуться полноценно в город ютуберов. Планов много, дел много, подарков нужно также много всем разнести, поэтому я тебе прямо сейчас скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Всех с наступающим, а тебе удачи и